Выследить зверя по следу, сделать привал на свежем воздухе и потравить охотничьи байки. В музее городского быта Симбирска ульяновцы и гости города могут окунуться в атмосферу самого древнего мужского хобби – охоты. Здесь практически все, что касается охоты, в самых различных ее проявлений. То есть, начиная от художественных сюжетов, которые, скажем, воплощаются в картинах, в различном творчестве. Охота в России никогда не теряла популярности. Каждый в ней находит что-то свое. Одним важно ощутить в руках оружие и прочувствовать его мощь во время выстрела. Другие же воспринимают охоту как средство постижения природы. Стоит сказать, конечно, об одном выдающемся охотнике симбирском. Мало того, что он был симбирским вице-губернатором, он еще и создал собственный охотничий патрон. То есть в историю охотоведение он, конечно, тоже вошел. Экспозиция музея раскрывает охоту как искусство и знакомит посетителей не только с ее историей, но и с культурным следом, который она оставила в литературе, предметах быта, картинах и фотографиях. Не стоит забывать и про самый гуманный вид охоты – фотоохоту. Здесь представлен экспонат – фоторужье прошлого века, которое изначально использовалось для разведки, а на сегодняшний момент используется для фотолюбителей. Почувствовать себя охотником, не выезжая из города, могут все желающие до 20 ноября этого года. Елена Бабенко, Валерий Клочков, репортер 73.